Осторожней. Ты оторвал вместе со стеной. Сегодня в программе. Каждый год на Пасху мы собираем у себя родных. Но у нас до сих пор не готова кухня, и мы не знаем, что делать. Ты не слушаешь. Как и в любой другой день. Проехали. У нас во дворе стоит почти мертвое дерево, которое необходимо спилить. Ничего себе! Боже мой! Машина горит! Вылезай оттуда! Вылезай! Мама, машина горит! Ребята, сюда! Я Эмбер. Я Трент. У нас пятеро детей. Иногда нас называют самой большой маленькой семьей в мире. Но вы можете называть нас просто Джонстоны. Семь маленьких Джонстонов. Форсайт, Джорджия. До Пасхи 10 дней. Тяни вперед. Вот так. Ты оторвал вместе со стеной. Осторожно. Пасха уже не за горами. Для нас это особенный день. Ведь мы любим отмечать Пасху. У нашей семьи есть традиция. Каждый год мы собираем родных. Приезжает мой отец с женой, мой брат с подругой, моя сестра с мужем и двумя детьми, а также вся семья Трента. Но у нас до сих пор не готова кухня. И мы не знаем, что делать. Нам нужно две вещи. Время и деньги. Значит, три. Еще погода. Ведь мы будем сидеть на улице. Да, знаю. Я хочу отшлифовать кухонный гарнитур, отделать его под старину и починить в нужных местах. Мы хотим сэкономить немного денег. Пока мы с Эмбер не хотим никого нанимать себе в помощь. Хотим все сами сделать. Во-первых, нам это по душе. А во-вторых... Это не так затратно. Да. Приготовься хватать, еще раз мы делать этого не будем. Алекс накинул сверху одеяло. А где одеяло? Где кровать? Я сейчас упаду. Когда приезжают родственники, у всей семьи куча дел. Нужно подготовить дом. Уйди! Эмма практически поймала с первого раза. Фу, как пыльно. Не тряси. Дом не готов к гостям, работы еще полно. Она у тебя, Алекс? Алекс, отойди. Я не люблю делать ремонт, слишком много всяких дел. Я бы хотел себе робота, который все бы за меня делал. Убирал одежду, занимался стиркой, ходил в школу. Ну, в общем, все. То есть клона? Да, клона. А я бы прятался где-нибудь в доме. Например, в подвале. Если бы, конечно, он у нас был. Я уже давно об этом мечтаю, с 2012-го. Мечтаю о собственном клоне. Ты хочешь клонировать себя, чтобы... Мне всего-навсего нужен клон. Чтобы ничего не делать. Да, именно так. Ты так ленивый. Я как-то видел по телеку, что клоны... Ну, что один клон должен убить другого, и я видел это в кино. Элизабет, когда во время ремонта нам нужно поднять что-то тяжелое, у нас есть секретное оружие. Элизабет, нужна твоя помощь. Иду. Она зверь. Точно. Раз, два, три. Элизабет самая большая в нашей семье и самая сильная. Она выше меня, и руки у нее длиннее. Обычно она способна справиться с тем, о чем мы ее просим. Вот так. Почему Элизабет зверь? Потому что она самая высокая в доме, но не сильнее мамы и папы. Не сильнее. Она сильная. Да, помните, как она? Что, сильнее меня? Да она не сможет меня поднять. Это впечатляет. А попробуй поднять Джону. Руки подними. Беру свои слова обратно. Ты сильная. Трент, подожди.
Так. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Что делаешь? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ящик. Не думаю, что у нас получится. Мы не сможем. Почему мы сразу не посчитали? Я думала, что все смогу. Пыталась покрасить их, но краска никак не хочет ложиться. Если бы я взял дня три отгула, мы бы легко могли все успеть. Нет, за три дня этого не сделать. Вряд ли наша кухня будет готова к Пасхе, но все знают, что творится у нас в доме. Думаю, они поймут. Надеюсь на это. Конечно, поймут, но... Это ведь семья. Моя семья еще не была в нашем доме. Пасха уже на носу. Нам просто необходимо привести дом в порядок. Как мне готовить ужин на 20 человек, когда половины кухни просто нет? Сейчас велика вероятность, что мы позвоним всем и отменим наш пасхальный ужин. Вероятнее всего, ничего не будет. Как думаешь, лучше сделать? Нанять человека, который поможет нам переделать гарнитур или купить новую мебель для кухни? Что сделаем? Я бы хотел сэкономить деньги. Но у нас же нет... Да, давай так и сделаем. Временами я задумываюсь, а стоит ли этот дом всех наших разочарований, споров, которые возникают постоянно. Надоели уже. Ты меня не слушаешь. Как и в любой другой день. Проехали. С этим деревом пора что-то делать, оно скоро может упасть. Хорошо. Потянем его сюда, чтобы оно не упало на ту дорогу. Хорошо. У нас во дворе стоит почти мертвое дерево со страшными сломанными ветвями, свисающими прямо на дорогу, что не очень хорошо. Это дерево нужно спилить. Чем мы, собственно, и хотим заняться? Давайте придумаем план, прежде чем мы начнем что-то предпринимать, хорошо? Я подпилю ствол, а ты потянешь его туда. Хорошо? Ладно. Возможно, заниматься деревом не самое подходящее время, но это просто необходимо сделать. И ты? Потяну. Туда. Хорошо. Скорее всего, тебе меня слышно не будет, поэтому смотри за рукой. Вот это значит тяни, ладно? А вот когда я буду махать вот так... Хорошо. Значит, стой, но не нужно его дергать. Ясно, аккуратно. Мы же не хотим, чтобы ветки упали нам на головы. Я хочу, чтобы ты... Просто давила на газ? Дави. Да. Хорошо, давай цеплять. Если хоть одна ветка упадет и ударит кого-то из моих детей, это будет катастрофа, так рисковать мы не можем. Нанять людей, чтобы срубить это дерево, это значит потратить $400-500. Поэтому я все собираюсь сделать сам. Надеюсь, у меня получится. Я отвечаю за благоустройство территории местного колледжа. Рубка деревьев — это по моей части, я срубил уже не одно дерево, и сейчас сэкономлю $500. Я пропилю ствол дерева спереди. Это будет место разлома. Кроме того, я привяжу к вершине дерева веревку, и Эмбер на машине будет тянуть его к себе. Она будет моим вторым пилотом. Проблем не должно возникнуть. Самые важные меры предосторожности — держать детей подальше от всего происходящего. Веревка достаточно длинная, и дереву есть куда упасть. Вы не боитесь, что дерево может упасть на вас или Эмбер? Нет, на пути дерева никого не будет. Дети будут в доме. Задний двор. Они будут в доме, если что-то произойдет. Перестань! Я ничего не делаю, Алекс. Опусти палку. Люблю тебя. И я тебя. Началось! Это займет некоторое время. Пока неплохо. Да.
Все? Подожди, что? Не пропущу ничего. Когда дерево упадет, я засмеюсь. Перестань, Эмма. Придется пропилить в двух местах, если дерево не начнет падать в нужном направлении. Я возьму пилу, обойду дерево и начну пилить. А потом подам сигнал Эмбер, чтобы она начинала тянуть. Если услышу треск, отойду подальше. Поехали! Все! Веревка соскальзывает. Тяни! Мы в безопасности? Если нужно будет, отойдем. Мама ничего не увидит. Боже мой. Давай, мам! Давай! Идет помаленьку. Да. Сейчас упадет. Все как надо. Боже мой! О, боже! Огонь! Вылезай! Горит! Вылезай! Огонь! Мама, скорее! Мама! Стой, стой! Вылезай, скорее! О, боже! Мама! Семь маленьких Джонстонов. Вылезай! Огонь! Горит! Машина горит! Вылезай! Стой, стой! Вылезай! Скорей! Вылезай! Давай! Боже мой, я вижу их назад! Боже, тащите шланг! Все хорошо. Мама! Машина перегрелась, что ли? Боже, что теперь делать? Мама не слышала нас. Что случилось, непонятно. Машина начала перегреваться, и сосновая хвоя под ней загорелась. Моей машины больше нет. Дерево еще стоит, но главное, жена в порядке. Все нормально. Ничего. Ты быстро выбралась. Как всегда, хотели как лучше. К сожалению, в этот раз все сорвалось. Надо закончить с этим деревом. Машины больше нет. Было страшно, когда машина начала гореть. Увидев пламя, я подумал, что машина вот-вот взорвется. Но все же главное, что никто не пострадал. Это хорошо. Я так испугалась. Все нормально. Все хорошо. Когда я выбралась и увидела лица детей, мне стало невероятно страшно. Они были так напуганы. Мне очень жаль, что это случилось. Очень жаль. Ты в порядке? Да, спасибо. Спасибо, что кричали мне. Все обошлось, но дети ужасно испугались. Не могу даже думать о том, что было бы, если бы я не успела выбраться из машины и вдруг сгорела бы на глазах у своих детей. Это ужасно. Страшно даже подумать. Все случилось так быстро и могло закончиться очень печально. Слава богу, дети увидели огонь. Да. С деревом надо что-то делать. Дорогу не откроют, пока оно стоит. Может, позвонить Рикки Линд? Да. Машина сгорела. Алло?
Рики, звоню попросить об одолжении. У меня тут дерево, которое вот-вот свалится на дорогу. Машина сгорела, пожарные даже еще не уехали. Можешь помочь? Звонил одной хорошей подруге, попросил ее об одолжении. Приедут мои мальчики на большом додже, с помощью которого мы срубили не один дуб. Не переживай. Ладно, дави на газ. Рики Линд и ее мальчики приехали в течение получаса. А что они будут делать с деревом? Алекс, смотри, иди сюда. Смотри, как он карабкается по дереву. Как он это делает? С помощью кошек на ботинках. Ветка летит вниз. Вот так. Отлично. А мне показалось, ветка упадет на провода. Мне тоже. Никогда не видел, как карабкаются на почти срубленное дерево. Вот так. Они повалили его на землю за минуту. Вот и все, сейчас упадет. Мама, что на ужин? Алекс, милый, я сейчас не могу думать об ужине. О, боже. Вот и все. Наконец-то оно на земле. В конце концов, машина всего лишь вещь, которую можно заменить. Нам очень повезло. Слава богу, что все обошлось. И дети не лишились мамы в считанные секунды. Нам очень повезло. Надеюсь, на этом драма закончилась. Люблю тебя. И я тебя. Пойдем завтра машину покупать. Все, ребятки, пора чистить зубы. Привет. Привет. Очень приятно. После инцидента с машиной и деревом, зная, что все мои дети живы и здоровы, спокойно спят в своих кроватках, я, наконец, успокоился. Все, что мы сегодня потеряли, можно снова приобрести. Ну, что там у тебя? Открытка. Для меня? Да. А повод? Уже ровно год, как мы живем в этом доме. За последний год я осознал, что это наш дом, это наша жизнь. Мы стараемся как можем, и для меня это самое главное. Альбом купонов только для тебя. Да. Купон на ужин при свечах. БД значит без детей? Да. Купон на почесывание спинки. Правда? И один на... вписать по своему выбору. Серьезно? Да. Ручка есть? Теперь, когда неудача с машиной и деревом позади, нам с Трентом несколько лучше. Пасха занимает все наши мысли, и мы должны к ней подготовиться. Для меня очень важно, чтобы кухня была готова к Пасхе. Несмотря на все, что мы пережили с машиной и деревом, я знаю, что мы всегда находим выход из любой ситуации. Мы обязательно придумаем, как нам быть с кухней. Возьмем часть сбережений и налоговых вычетов. Думаю, этого будет вполне достаточно, чтобы доделать кухню. Во всяком случае, это нужно. Мне несколько не по себе тратить все эти деньги за один раз. Но мне очень важно собрать наши семьи за праздничным столом, чтобы все были рядом. Что ты имеешь в виду, говоря о том, чтобы потратить деньги на кухню? Покупка нового гарнитура или все целиком? Все целиком. И кухонную технику. Ну, хотя бы плиту, да. Ну, я рад, что мы это выяснили.
Раз ты говоришь, что мы можем это сделать, я тебе верю. Я тебя полностью поддерживаю. Но руководить всем будешь сама, ладно? Знаю, Эмбер не любит тратить большие суммы денег, неважно на что, но это лучший и самый быстрый способ доделать кухню. У нас осталось не так много времени, если честно. Хорошо, давай спать. Подожди. У меня есть купон на один. Его не обязательно использовать сегодня. Нет, обязательно. Можно его сберечь. Нет, нет, нельзя. Почему? Твоя рука на моей груди. Все, давай спать. Тогда не надо было меня заводить. А я и не собиралась. Но почти сделала. Я могу тебя завести, Трент. Боже мой. Все, спокойной ночи. Люблю тебя. И я тебя. Давай погасим свет. Так, все, ребята, мы на месте. На месте. Наконец-то. Ты посмотри. Ух ты, какие столешницы. Чтобы к Пасхе закончить ремонт кухни и гостиной, нам предстоит многое сделать за небольшой промежуток времени. Нам нужен новый кухонный гарнитур и новая кухонная техника. А времени у нас почти нет. Да, времени в обрез. А что это за место? Мебельный магазин. Видишь? Что? Мы взяли детей с собой и собираемся провести весь день в магазинах. А все потому, что мы хотели бы знать, что нравится детям и что им не нравится. Кто не хочет идти смотреть кухонный гарнитур, поднимите руки. Он называется «Брэнди-гатор», потому что сделан под аллигатора. Это тюленья кожа, в продаже уже более 100 лет, благодаря своим стальным пружинам. Этот раскладывается и наклоняется, этот сделан из микрофибры, а это может быть трехместным диваном. Ясно. Теперь это мой трон. Ты король? Да. Понятно. Джонстон. 7 маленьких Джонстонов. До Пасхи 4 дня. Они здесь. Для всей нашей семьи хорошая кухня значит очень много. В этом году у нас будет лучшая Пасха в мире. Здравствуйте. Добрый день. Как дела? Хорошо, рад встрече. Взаимно. Сегодня нам будут устанавливать новый кухонный гарнитур. Для нас с Трентом это несколько непривычно, потому что обычно мы все делаем сами. Но мы очень рады. Начнем с этого угла. Хорошо. Трудно смотреть на работу сборщиков мебели. Ведь этому дому уже 100 лет, и он не совсем квадратной формы. Ну, в общем, задача у них не из легких. Красиво, мне нравится. Если к возвращению Трента еще ничего не будет готово, мне придется с ним разбираться. Боже. Боже мой. Смотрите только. Боже. Здорово, да? Как дела? Смотри, они только начали вешать шкафчики. Наша кухня просто невероятна. Она еще в процессе сборки, но уже выглядит потрясающе. Мне нравится. Ты посмотри, а? Не трогать. Отлично. Видишь записку? Не трогать. Я прочел ее после того, как потрогал. Не трогай. У нас еще не установлены столешницы и кухонная техника. Но главное, что пасхальный ужин все-таки состоится. Выглядит неплохо. В этом году пасхальный кролик принес нам очень большую корзинку. Да, очень нас порадовал. Танец счастья. Ты наступил в собачью какашку. До Пасхи 3 дня. Прибыли столешницы. Сегодня нам установят столешницы. Что делать нам, не мешать? Ну, можно и так сказать. Сами мы никогда не имели с этим дела, так что пускай этим занимаются сборщики.
Одна есть. Отлично. Нужно предложить им свою помощь. Я сегодня в футболке в обтяжку. Могу потаскать что-нибудь. Трент, будь осторожнее. Я могу понести это. Наша помощь будет не кстати. Давай не вмешиваться. О, нет. Прошу прощения, неженка. Хорошо. Спасибо, парни, хорошая работа. Им нужны столешницы? Сейчас принесу. Ну, хватит тебе. Это ведь моя кухня? Да, но нет. Что думаешь? Круто. Я открою. Хорошо. Здравствуйте. Как дела? Заходите. Вы мебель привезли? Да. Отлично. Для меня было очень важно приобрести мебель для гостиной, потому что на Пасху приедет вся наша родня, а им нужно где-то сидеть. Она выбрала самый большой диван. Отлично. Спасибо. Можно опробовать? Ну, давай. Ура! Наконец-то у нас появилась мебель, и можно нормально смотреть телевизор. Я это делаю каждый день. С ума сойти, как удобно! Смотрите, еще один! Только кажется, он поменьше. Да, поменьше. Для нас подойдет. Я хочу на нем посидеть. Ну, давай, посиди. Как будто клон. Он красивый, идеально вписывается. Боже мой! Мы обставили всю гостиную. Дай пять. Я могу лежать здесь. Да, можешь. Наш журнальный столик размером с танцпол. Он огромный. Однажды мы придем, а Эмбер делает... колесо. Да, и при этом танцует. Но он довольно тяжелый, и его сложно двигать. Думал, он будет меньше, но... Нет. Столик отличный. Видишь, как это делается? Молодцы. Я так не могу. Иди сюда, мама сфотографирует. Впервые фоткаемся на новом диване. Как мило. Как глупо. Мы тоже. Давайте, садитесь здесь. Я так рада, что теперь у нас есть мебель в гостиной, на которой мы можем смотреть телевизор. Не верю, что говорю это, но все это стоило ожидания. Хотела бы вернуться в прошлое. В прошлое? Во времена, когда у нас не было мебели? Как год назад. Нет. Когда обед? Мама сейчас что-нибудь приготовит. Только не говори, что у нас снова будет курица, пожалуйста. Иди сюда. Беги за ней, Эмма, беги. Давай, давай, давай. Лови ее. До Пасхи один день. Дети! В окрашивании яиц больше всего мне нравится... Ну, не знаю. Есть их. Есть? Да? Сейчас мы с вами займемся покраской яиц, пока папа доделывает кухню. Придется поработать лежа. Мы каждый год красим яйца всей семьей, но сегодня мне нужно закончить кухню. Еще у нас 50 других дел. Я подниму ее и поставлю сюда. Главное, чтобы она вошла вплотную и не было зазоров. Я есть хочу. Обедать будем через минуту. Напряжение в доме зашкаливает, мы с Трентом постоянно спорим. Дети видят все это и тоже начинают нервничать, так что сейчас мы все на нервах. Алекс? Да. Обещаю, ты будешь первым, кто узнает, когда обед будет готов. Одна сторона тяжелее другой. Знаю, давай помогу. Прошу тебя, аккуратно. Держу. Я не боюсь, что ты ее уронишь. Не хочу, чтобы ты испортил шкафчик. Убери руки. Нужно прицелиться. Что я задеваю? Шкафчик. А вроде бы не должен. Ты задеваешь. Трент, ты задеваешь шкафчики. Поставь обратно, я принесу линейку. Видимо, что-то не так с размером. Установка микроволновки закончилась провалом. Вот линейка.
Ширина микроволновки должна быть 76 сантиметров. Но так ли это? Так и есть. А здесь у нас 75. Что, сантиметра не хватает? Да, всего сантиметра. Придется подгонять. Я хочу попробовать сам, прежде чем вызывать мастера, но Эмбер за то, чтобы сразу ему позвонить. Мы отдали за это столько денег, они должны помочь нам поставить микроволновку на место. Если наверху ослабить пару шурупов, возможно, у меня получится ее уместить. Давай попробуем. Пока уберем ее со стола, поставим на пол, а сами пойдем яйца красить. Давай веселиться. О микроволновке волноваться не будем. У нас и без этого полно дел. Отбросим все тревоги. Пасха намного важнее всех этих мелочей. Лучше провести время с родными. Вижу, детям и так весело. Мам, мам! Это хорошее яйцо, Эмма. Смотри. Веселье и совместное времяпрепровождение – лучшая часть праздников. Никакие беды нас не остановят. Малиновка снесла большое яйцо. Важно проводить время с семьей, чтобы у всех остались хорошие воспоминания. У нас лучшие яйца в мире. Нравится? Семь маленьких Джонстонов. Пасхальное воскресенье. Дети, что вам принес пасхальный кролик? Мне не терпится узнать. Мам, смотри! Сегодня Пасха, важный день для всех нас. К нам приедут родственники, мы вкусно поедим и будем развлекаться. Мам, смотри! Сможешь сам расчесываться? Нет! Я никогда не видел пасхального кролика. Мы всегда спим, когда он приходит. Когда кролик приходит к нам домой, мы дрыхнем. Посмотри. А что это? В моей семье всегда отмечали Пасху практически так же, как мы сейчас. Мы просыпались, выходили на крыльцо, смотрели, что нам принес пасхальный кролик. На обед в дом моих родителей приходили гости на чудесный ужин, после которого начиналась охота на пасхальные яйца. И мы продолжаем эту традицию. Унесите все к себе. Спасибо, пасхальный кролик, я люблю тебя! Сегодня приезжает мой папа со своей женой, сестра с мужем и двумя детьми. Они здесь! Да, это они. А мой брат с подругой приезжают из Северной Каролины. Дедуля! Привет, дружок! В моей семье я отличаюсь ото всех, ведь я единственная маленького роста. Также к нам приедут родители Трента, его сестра и племянницы, а еще тетя и дядя Трента, живущие по соседству. Будет вся родня. Все высокие родственники Эмбер, а все маленькие мои. Заходите. Заходите и все посмотрите. Я видел фото. Предупреждаю, у нас все еще идет ремонт, которым обычно руководит Эмбер. Да, поэтому строго не судите. Сара говорит, что у них дома то же самое. Я очень хотела показать семье дом, но уже с законченным ремонтом. Ну, что поделаешь. Что есть, то есть. Я знаю, что мы проделали отличную работу, и моя семья будет гордиться тем, сколько сил мы вложили в этот дом, чтобы привести его в порядок. Телевизор — все, что нужно в гостиной. Нравится? Еще бы, он ведь почти на всю стену. Большой телевизор для маленьких людей. Точно. Думаю, им понравилось. Парням, как и полагается, больше всего пришелся по душе телевизор. Да. А красные шторы, боже, это было что-то. Все в восторге. Мебель я выбирал. Ну, конечно, Эмбер бы тебе не доверила. Да.
А теперь пойдемте на кухню. Посмотрим, это волшебно. Я в полном восторге. Микроволновку пока не поставили. Великолепно. Спасибо. Большое спасибо. Какая красота. Такой должна быть кухня. Да. Видимо, готовится что-то вкусное. Боже, какой запах. Да, это свинина запекается. Свинина плюс запах краски. Все так изменилось, больше никаких ведер и скамеек. И мытья посуды в ванной. Вы большие молодцы. Больше всего мы гордимся нашей кухней. Мы обставили ее всего за несколько дней. Я знаю, как это много значит для Эмбер. Кроме того, у нас будет 7 спален и 4 ванных комнаты. А было всего 3 спальни и 1 ванная. Ничего себе. Классно. Большое спасибо. Мы доделали все в последний момент, но главное, всем понравился наш дом. Это было невероятно. Я очень всем довольна. Я проголодался. Давайте садиться за стол. Пора выносить еду. Поможете мне накрыть на стол? Конечно. Интересно, что будет? Вот бы что-нибудь вкусное. А что готовится в духовке? Вроде бы помидоры и фасоль. Пасты не будет. Ну, почему не спагетти? Сегодня мы празднуем не только Пасху, но еще и годовщину нашего переезда в этот дом. Наша цель была к Пасхе закончить кухню и гостиную. Нужно переделать дверь, а то совсем не протиснуться. Ничего, пройду задом. А мне пришлось проходить боком. Я готовила ужин уже на новой кухне, используя новую духовку, новую плиту. Все работает идеально. Так что мы с тобой молодцы, милый. Привет, бабуля. Привет, родной. Как ты? Хорошо. Я был рад видеть своих родителей. Отец не в лучшей форме. Врачи говорят, что ему предстоят 3 операции на сердце. Я волнуюсь за него и за маму тоже. Дедушка здесь. Чудесный день. Привет, ребятки. Дети не видели деда с тех пор, как он был в больнице. А мы с Трентом видели его во время выписки, поэтому мы очень рады, что сейчас он с нами. Ему сейчас 81. Мы благодарны за то, что он с нами. Давайте помолимся. Господи, благодарим Тебя за этот чудесный день, за то, что, по милости Твоей, мы сегодня все собрались. Благослови, Господи Боже, нас и эти дары, которые вкушать будем, и даруй, чтобы все люди имели хлеб насущный. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Все, давайте есть. Да. Есть хочу. Анна сломала ложку. Я не хотела. Вкусно. Не знаю, заметили ли вы, что моей машины нигде нет. Да, что случилось? Сгорело. Да ладно. Сгорело? Мы пытались рубить дерево у нас во дворе. Эмбер тянула его на машине, и она тут загорелась вдруг. Боже, машина горит! Вылезай! Мама, скорее! Мама! Эмбер была внутри? Ну да. Ты была в машине? Да. И она начала гореть? Она не знала, что горит. Да, думала, дети кричат, потому что дерево падает. Она не слышала, что дети кричат ей, что машина горит, и ей нужно вылезать. Ну, мы потеряли машину, но срубили дерево. Иди ко мне. Спасибо. Я сейчас заплачу. Все хорошо. Вещь можно заменить. Точно. А человека нет. Люблю тебя. Мне не было страшно, пока я не увидела лица детей. Готовы к охоте за пасхальными яйцами? Да! Боже, придется шевелиться. В детстве мы тоже устраивали охоту за пасхальными яйцами во дворе дома. И мы продолжаем эту традицию.
Отец всегда давал траве отрасти, не стриг ее недели 3-4. Так охотиться за яйцами было интересней. Так, высокие люди, все должно быть на уровне моего роста. На старт, внимание, марш! Смотрите. Так, все яйца нашли. Я устал. У кого больше всех яиц? У Эллы. Да, у меня было вот столько. Давайте посмотрим. Смотрите. Как вам пасхальный кролик? Я думала, боже мой! Я сначала немного испугался. Как у вас здорово! У него было довольно страшное выражение лица. Просто ужас. Да, меня оно тоже напугало. Это его лицо. Готовы? На старт. Внимание! Марш! Осторожно! Игры были довольно трудными. Я больше не буду этого делать. Моя любимая — бег на двух ногах. На трех. На трех. На четырех. Нет, на двух. Две как одна. Раз, два, три. Две как одна. Тренд, тренд! Мамина команда была лучше всех. Да. Потому что там был я. Пасха получилась изумительной. Я была счастлива отпраздновать ее вместе с родными. Да и погода порадовала. Всем было так весело. Мы большие молодцы с тобой, милые. У нас все получилось. Спасибо. Теперь спать. Да. Дети, идите сюда. Иди сюда. Правда чудесный день? Да. Лучшая Пасха в мире? Да. Да. Я хочу, чтобы мои дети усвоили то, что маленькие люди очень находчивы. Мы в любой ситуации можем что-нибудь придумать. Люблю тебя. Мы не только построили этот дом, но и вложили в него жизнь, любовь и воспоминания. Все, от операции Анны до появления дома кур и опасных происшествий. Люблю тебя. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спасибо тебе. Маленькие люди часто сталкиваются с трудностями, но нас они не останавливают. Увидимся утром. Спасибо за помощь. Вы все сегодня хорошо постарались. Это был чудесный день. Спасибо, что помогли с Элджеем и Джереми. Да. Вы молодцы. Люблю вас всех. Спокойной ночи. Пока. Закрой дверь. Мы не знаем, что нас ждет в будущем, но в нашей семье без сюрпризов не обходится. Одна комната за раз. Хорошо. Люблю тебя. И я тебя. Что бы мы ни решили, мы все делаем вместе. Маленькие люди после заката. Тренд, заткнись. Люблю тебя. Спокойной ночи. Я есть хочу! Программа озвучена студией Арк ТВ. Текст читали Ольга Зубкова и Александр Гаврилин.